Здравствуйте, дорогие iPhone Любы и Android Филы. Мы вас приветствуем на канале Максисветка. Наш девиз — кругосветку с Максисветкой. Сегодня мы отправляемся в маленькую южную страну снимать клип на мотивы песни «Яркий я». Наше путешествие начинается. Анна, как вы проявили? Рабочая? Алиса довольна, бегает. Алиса, форсов и защит негров. Вот мы сели в наш вагончик. Вагончик тронется, как говорится, а перрон останется. Вот. У нас сегодня уютно такая купешечка. Так круто. Алисе нравится. Да, Алис? Алиса, Мария, уже Алиса. Апельсины увидела. Она уж там все уже приходила. Она говорит, уже апельсины, апельсины. Скажи, огонь. Огонь, апельсины. А вон, видишь, апельсинчики какие? Вон какие апельсины у нас классные. Оранжевые. Вот такая у нас СВшечка романтичная. По цене купе даже дешевле. Вот тут у нас уже апельсинчик, не апельсинчики, вода не вода. Тут белые тапочки, как говорится, они синие. Телевизор даже есть с порнушкой. Все как положено, как белые люди. И мы одни. Сегодня здесь постелим еще чемоданы, и будет у нас трехспальная кровать. Будет огни вообще. Сейчас супер, Алис. Тут случился неожиданный сюрприз. Алисе подарили подарок. В РЖД. Вы можете такой представить? Обычно в Рапунте дарят маленьким инфантом. А тут подарили девочке Алисе рюкзачок. Мама хотела купить рюкзачок. Алис, смотри. Рюкзачок подарили. Алис, смотри, Алис, оцени. Смотри. Да и перестань свою эту. Маша. Смотри, какой подарок. Смотри, Алис. Маша. Ой, Алис, смотри. Огонь. Тут веселое задание для его путешественника. Класс, Алис. Игра какая-то. Пазлы. Вау. Карандашики. Алис, все для тебя. Класс. Карандаши. Прикинь, РЖД думает о тебе. Огонь. Скажи, огонь. Где? Это тебе, Алис. На. Большой классный рюкзачок. Ну, а что я могу сказать? Мы кайфуем. Алис вообще кайфует. А то сидит как в клубе художников. Ей подарили тут раскраски. Она макает их в сок. И себе там типа маникюр делает. Алис, скажи, поезд. Чу-чу-чу. Ручки пошла. Алис вот смотрит, как собачка пришла. Да, да. Она водичку сейчас пила. Собачка как... водичку пьет. Смотри, какая красивая собачка. На ушко ей подруга. Смотри, какое ушко. Иди сюда, подруга. Видишь, какая тряпочка. Эх, тут полы не надо будет найти, да? На садись все, если тебе все помоет здесь, да? Костик у нее уже. Чтобы костик. Ну что, мама, я принес тебе шародер филиппинского. Филиппинский шародер? Да, филиппинский шародер обыкновенный. Круто. Довольный ребенок. Довольный шародер. Алиса ползает по дьюти-фри. Мне очень здесь понравилось. Ползли домой, Алис. Ну, поскольку колбасу в страну назначения ввозить нельзя, приходится ее жрать в Москве. Прям из палки, кстати. Потому что ножик мы сдали, приходится вот так вот. Колбасяски. Вкусно, огонь. Значит. А вот и прибыл наш олимпийский борт с тигрятыми медвежатами. Такой весь нарядный. Опоздал немножко. Сейчас вот по-быстренькому
зарядит едой и напитками. Поменяется экипаж, и мы полетим в Олимпийскую столицу. Сказать одно слово у меня только есть. Сахмира. Вот. Мы наконец-то грузимся в наш синий белоснежный лайнер. Airbus A330. Он такой красивый. Он такой красивый, на нем написано Пинчон. Там мишки нарисованы, да. Тигрятки. Тигрятки. Так, коляску надо сдавать. Мишки мои любимые. Привет, мои сладкие. Такие вы красивые, классные. Я вас обожаю. Thank you very much. Thank you. Это просто какая-то сахамида. Да вы мои сладкие. Давай здесь прям плюхайся. Влаховский бизнес. Че, пойдем в крутой эконом вместо Влаховского бизнеса? Самолет пустой практически. Так что мы будем как короли спать на четырех местах. Вообще огниво. Алиса, у тебя будет вообще постель огнистская. Четырехместная. Сахамидушная. А вон, смотри, какая сахамида стоит. Огонь. Нам налево сейчас. 42. Вот наши Влаховские места. Что, братья татары, добро пожаловать в Корею. Алис, тебе нравится? Или ты пока в шоке? Огонь! Да? Скажи, огонь! Алис, а вам самолет? А мы у Кореи, у Кореи. Добро пожаловать, товарищ. Здравствуйте, дорогие телезрители. Мы наконец-то прибыли в столицу Олимпийских игр. Сеул. Вы скажете, для чего мы сюда прибыли? Мы прибыли поддержать наших паралимпийских спортсменов и привезли им мельдоний. Вот как он выглядит. Вот эта вот баночка. Ну что я хочу сказать. Второй терминал новый, похоже, крут. Тут он реальный лес сосновый. Здесь он какие-то тоже цветочки, не цветочки. Все это живое, орхидеи. Ну, похоже, что да. Сейчас посмотрим. Пошли. Алиса ждет лифт у нас. Ну, здесь круто, короче, я прям базарю. Там досмотрели нас, по самой гланды меня тут раздели практически. Алиса, лифт, мочу лифт. Народ, никого. Мы тут одни вообще, огонь. А вот дальше тут у нас лес. Не знаю, натуральный или нет. Не удивлюсь, если натуральный. Похоже, натуральный, да. Да это охренеть надо. Прикинь. Очень натуральный сосны. Офигеть. Девчонки живут, сидят. Кимчи. Я хочу потрогать, убедиться, что это натуральный. Слушай, здесь круче, чем в Сингапуре. Слушай, натуральный. Базаре натуральный. Да. Может, конечно, ветки они прихерачили из мочалок. Но стволы натуральные. Крутяк вообще. Слушай, здесь мега круто. Слушай, вообще крутяк. Даже непонятно, как я снимаю, что это такое. Звук такой еще. Алис, ты тоже пойдем? Скорее пойдем. Там крутяк, Алис. Ты в шоке будешь, Алис. Алис, выйди. Вот такой вот шар. Сейчас я. Вот такой вот забавный шар. Внутрь заходишь, а там зеркала и такой эхо офигенный. Алиса, в шоке? Да. А вот сколько? Сколько нас? Успевайте.
Заболел где-то там в лесу, потерялись. Заблудились в лесу. Идем, садись. Садись в карету. Пойдем в центр национальных ремесел. А он из меда стоит. Крутяк. Привет, Смеда. Такая красивая. Огонь. Чайнички, не чайнички. Ну, короче, ничего особенного. А, это все еще продается. За бешеные бабки. Крутяк. Ну что могу сказать, реально достаточно возбудительный терминал. Прям космопорт будущего. Какие-то арки тут охрененные, светодиодные. Вообще Оганевск. Вот Samsung. Samsung, какой-то он гроб, там можно лежать, полежать, наверное, в гробу. Не, реально, космопорт будущего. Алис, ты в Шокино? Смотри, какое Алис лицо, она в Шокино. А он в кошелке фотографируется. На мои снегушечки. В Шокино? О, Мишу, да. Тут детская зона есть. Болись и поиграть. Вот самолетики, всякие машинки. Кажется, так в меру Оганевска. Девочка корейская стоит. Вау, класс. Огни вообще. Вау. Класс. Пушкинский аэропорт действительно напоминает какой-то космопорт будущего. Здесь очень круто, очень технологично. Толпа народу разномастного. Не так, как в Дубае, конечно. Вот. В основном узкопленочные. Вот. Но все равно очень круто. Негров нет, самое главное. Китайцев. Здесь вообще крутяк. Какая тут выставка. Достижение народного хозяйства. Робот модный. Где-то такой робот уже видел. Виртуальный футбол. Интересно, все платно или бесплатно. Виртуальный полет. Вау, вообще огонь. Можно полетать на этой хере. Прикол. Космический дом. Вау. Огниво. Там планетарий практически. Венеру посмотреть. Крутяк. Бесплатно это все удовольствие. It's for free? Oh, yeah, free. Yeah, free? Okay. Класс. Надо будет зайти сюда. Да, моя-то сладкая. Такие сладкие они все. Пусята. Ну что, ты в горах? Ты в горах? Охренеть! Вау! О, щит! О май гад!
Сколько? Вау, круто! Охренеть! Сейчас папа полетает и придет. Охренеть! Охренеть! Супер! Вау. Че, пап, классно? Все, вот стоп. Нашли сферический кинотеатр. Сидим вот втроем, втыкаем на полярное сияние в горах. Тут куча проекторов по кругу. Сколько? Раз, два, три, четыре, пять штук. Да, смотри, там звездное небо. И очень жарко здесь. Зайти в Nu Sing Room, сравнить нашу сингапурскую и корейскую. Я могу сказать, что здесь самая крутая. Тут даже весы есть, кулер с горячей холодной водой. Тут комната для шпилевания родителей. Какая-то рюмка, ой, вернее, люлька. Тут мыльца в попу, всякое разное. Ну, смотри, здесь закрыто. А здесь померить. Табличка какая-то, соответственно, рост и вес, что ли, что-то такое. Мишки висят, мимишки. Круто. Короче, вообще мега гнивская. Вот такой же 34 этажа на третий. Мы идем в транзит отель, а вот здесь бизнес-ложа есть. Кстати, там тоже круто. Даже поспать там не поспишь, но тоже круто и пусто. Офигенно. Мы сейчас посмотрим, что там за транзит отель и что почем. Потому что Костя немножко нам поспать все-таки. Время по-нашему 4 утра или сколько, 5 уже. Мы немножко не выспались. И здесь 7-11. Можно купить сосисек, доширака. В общем-то, все, что нужно в этой жизни, все есть. Ну, что делать? Решили приобрести такой в меру капсульный отель. Вот, сейчас вот идем в поисках рума. Так. 319 нам туда. Ну, достаточно такой капсульный отель. Очень капсульный. Так, 343. О май гад. Так. Капсульный номер наш. О май гад. Так. Ну, довольно-таки капсульный отель. Вау. Прям капсульный отель. По капсуле. Можно по капсуле. Алиса, это твоя капсула. Сортир-то есть? Хотелось бы знать. Открывай капсулу. О, тут капсула есть. Вау. Капсульный сортир. Вау, суперсовременный душ такой. Все удовольствие, 90 баксов за 7 часов. Ну что, мы долетели до Сеула, вот, заселились в капсульный отель, вот такой вот, и лежим, кайфуем, огонь! После длительного перелета. Да. Прям так приятно. На чистеньком бельишке. А белье такое классное, такое прям шелковое, супер. Привет, привет, всем привет. Алиса, скажи, самида. Самида. Друзья, я хочу вам представить беляш обыкновенный, а точнее необыкновенный от мамы и свекрови. Эти беляши всегда летают с нами в путешествия. Их можно заносить в книгу рекордов Гиннесса, потому что они побывали уже в десятках стран. И они всегда спасают нас на длинных стыковках в аэропортах, поездах и в самолетах. Спасибо, мама, за твои вкусные беляши.
Самидушки нас отвечают. А вот YouTube есть первое, да? Ну, здесь посадочный вперед. Hello? Thank you. Туда, налево. Самидушки, самида. Ой, вот такая самида. Ой. Привет! Алис, надо сказать самую симпатичную семиду и подарить ей шоколадку. Компоновка такая же, как 330. А, только здесь 3-4-3. А, 3-3-3. Неожиданно. Странно. Странная компоновка. Такие звуки в коридоре раздаются. Типа птички, там не птички. Стоит знак выбрось все говно в мусорку. Потому что, значит, тебя не пустят, а штрафуют на $4000. Вау, класс, смотри, там маврийские какие-то значки загораются. Путешествие хорошо. Класс. Стоят черненькие самолетики Air New Zealand. Китайцы, завтра мы полетим на черненьком.